Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и сегодня у нас игрушка «Как достать соседа 2». Сегодня мы делаем обзор на эксклюзивную демо-версию этой игры. Это не моды, это официальная игра от Jowood. Короче, просто демо-версия второй части, которая где-то там выходила, не знаю где. Это английская версия, оригинальная. Social Media Life Production, который Woody возвращается, сделали русификацию на нее. Ну и, в общем-то говоря, вы, наверное, даже знаете про нее. А может и нет. Neighbors from Hell 2 XS называется. Короче, если нажать на Quit Game, то мы увидим сначала рекламу, где нас просят ожидать полную версию игры. Social Media Life Production заменили эту рекламу на рекламу своего проекта Woody возвращается, собственно. Это тоже реклама, полная информация о полной версии и так далее. Короче, что это за версия? Она содержит в себе один оригинальный обучающий уровень из второй части и один уровень, не вошедший в финальную версию игры. В общем, у нас первый уровень — это All Aboard. Тут почему-то по-немецки написано. Ну, камера загораживает, наверное. Боу знать, шман, какой-то там написан. Так. Этот уровень вообще не отличается от оригинала. Но мы его пройдем, чтобы разблокировать эксклюзивный уровень, который есть только в этой демке. Я вот раньше думал, что Social Media Life Production сами ту демку сделали, и непонятно вообще зачем. Какого фига они сделали, нафиг они это сделали. А оказывается, это никакой не фанатский порт, это самая настоящая демка была. И вот мне в комментариях ее вот скинули, английскую версию от оригинальных разработчиков. Не знаю, есть ли демка у первой части. Нету, наверное, ну я не в курсе. Какие звуки громкие. Короче, все то же самое в этом уровне абсолютно, что и в оригинале. В настройках, кстати, есть это Hide Zone Quently. Здесь нету настройки этого, как его, высокого качества звука. Они тут недоступны в этой версии. Тише сделать надо, громко очень. Что-то я разницы не заметил даже, честно говоря. Oh.
Так. Ну и все, спускаемся и ждем. Так, следующий уровень называется On a Dirty Mission. В переводе это на грязной миссии. Как-то какое-то немножко странное название. Короче, этот уровень содержит всего лишь одну пакость, которой не было в финальной версии игры. Но это действительно, это реально эксклюзивный уровень, который не вошел в финальную версию игры. ФК-версию игры, но зато он был немножко зато он был доработан и вошел в консольную версию игры. Там он называется Кайт, то есть воздушный змей, по-моему. Видите, полотенце с пандой. Ну как, пакости все те же. Пакости-то тут новые, которые их не было в оригинальной версии, но анимация только новая одна. Это пакость с ракетами. Вот это. А все остальные анимации те же. Так, вот надо. А, удочкой достать. А, нет, вот еще новая анимация, это удочка. Ошибся немного. Пила есть, которая не была в финальной версии. Но зато она была на этом уровне в консольной версии. Так, говносардины испорченные туда забрасываем. Сюда ракеты. Это в пруд. Стул подрезаем и ставим капкан сюда. Да, тут повар еще по-другому его немного бьет рукой, а не сковородкой. Вот новое. А, нет. Не сразу. Я забыл подпилить, походу. Я забыл подпилить. Я забыл мостик подпилить. Блин. Ладно, вот новая анимация. Блин, подпилить забыл. Ладно, забыл я подпилить, и теперь придется подождать немного. Может быть, это и новая анимация, но она очень похожа на ту, что была в ПК-версии на последнем уровне. Я так чувствую, мы уже не наберем тут золото.
Ну и пофигу на золото на самом деле тут. Там медузы какие-то внутри. Да, не дотянули до золота, потому что я лоханулся и забыл подпилить. И нам пишут, в полной версии будет 14 эпизодов крутых, 6 локаций. Я не успел прочитать, но может быть вы зато прочитать успели. Показывают нам сайт, который уже, по-моему, не работает. Ну и, в общем, вот такие вот два уровня. Такая вот демка. При нажатии на выход мы видим вот такую рекламу, которую я сейчас вижу. Ладно, с вас на этом все. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Вот это вот реклама, и тут ссылочки. Amazon. Подписывайтесь на стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!